Мирного нашего соглашения от 9 ноября прошлого года мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьезных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось уже свыше 48 тысяч перемещенных лиц и беженцев. Идет настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры. Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имея в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона. Уверен, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу. И без всяких сомнений пойдет на пользу региону в целом, а значит и интересам Российской Федерации. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь хотел бы поблагодарить вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Также разделяю ваше мнение о том, что встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона. Прошло 2 месяца после прекращения огня, и то, что сегодня в Москве собрались лидеры 3 стран, подписавших заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре, в ноябре. И то заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортной коммуникации. Это та сфера, которая может очень придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность, потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе. Мы должны и дальше стремиться к тому, чтобы находить те сферы деятельности, которые бы дали быстрый эффект и нацелены на результат. В целом хотел бы сказать, что совместное заявление от 9 по азербайджанскому времени 10 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу. И за 2 месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, Нагорно-Карабахский конфликт остался в прошлом. И мы должны думать о будущем, о том, как жить вместе, по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность. Еще раз выражаю, Владимир Владимирович, благодарность за приглашение и считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной. Спасибо. Пожалуйста.
Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего позвольте поблагодарить вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован. Остается, конечно же, нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остаются очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха. И мы, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось и решить вопрос военнопленных. И это самый чувствительный и болезненный вопрос, потому что это гуманитарный вопрос. И мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Но мы считаем, в частности, что конкретно 8-й пункт нашего совместного заявления, к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, действительно очень важен. И не скрою, реализация договоренности этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности. И мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению, но, как я сказал, к сожалению, в течение одной встречи невозможно решать все вопросы. Я надеюсь, что мы будем дальше продвигаться. И для нас, хочу еще раз подчеркнуть, что главнейший вопрос на данный момент – это гуманитарные вопросы, вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного заявления от 9 или 10 ноября. Спасибо. Спасибо. Я еще раз хочу поблагодарить коллег за сегодняшнюю в целом конструктивную работу. Благодарю вас. Это были кадры из Кремля. Заявление по итогам трехсторонней встречи Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Путин на встрече заявил, что переговоры с Алиевым и Пашиняном по Карабаху были исключительно важными и полезными. По словам президента России, по итогам встречи с Алиевым и Пашиняном подписаны совместные заявления о развитии Карабаха. Также Владимир Путин заявил, что вице-премьеры Российской Федерации, Азербайджана и Армении уже в ближайшее время представят планы по развитию Нагорного Карабаха. В свою очередь, Ильхам Алиев назвал встречу с Пашиняном и Путиным важной для дальнейшего развития региона. Заявил, что соглашение Российской Федерации, Армении и Азербайджана выполняется эффективно, не было серьезных поводов для беспокойства. К этой теме мы еще сегодня вернемся.